heaven on earth. Дайте ему самую громкую хвалу во имя Иисуса и прославьте его. Аллилуйя! Прославьте его так, будто бы вы многого ожидаете от Нового года. Давайте, церковь, прославим его за все то хорошее, что ожидает нас в 2022 году во имя Иисуса. Аминь. Не забудьте, что сегодня вечером наш рождественский спектакль. Такое нельзя пропустить. Это будет просто великолепно. То, что вы видите сейчас на сцене, не имеет никакого отношения к моей сегодняшней проповеди. Это все для вечернего мероприятия. У нас будет целый оркестр. Кто-то даже будет играть на волынке. Вас ожидает много классической и просто красивой музыки. А также мы покажем наш актерский талант. Поэтому не пропустите. Многие из ваших детей уже сдали экзамены, поэтому берите их с собой в церковь. Также приводите с собой новых людей. Это будет прекрасное время, такое же, как и сейчас. Добро пожаловать всем, кто смотрит нас на ТБН. Кстати, у нас есть хорошая новость. С этого дня мы выходим также на ТБН Украина и Польша. Как видите, у нас прирост прямо среди всеобщего упадка. Бог избрал нас здесь, в ЮАР, чтобы мы несли пробуждение в разные страны, но об этом чуть позже. Привет всем, кто смотрит нас на One Gospel, Praise TV, Facebook Live, YouTube и в исправительных учреждениях по всей Африке. Приветствую всех, кто сегодня в этом зале, а также всех представителей тюремного служения. Спасибо вам. Мы любим вас и ценим наши отношения с вами. Мы благодарны Богу за возможность работать с этими людьми, восстанавливать их и давать им надежду. Также привет всем нашим братьям и сестрам в России. Мы в большом предвкушении, чтобы там не говорили о четвертой, пятой или шестой волне. Мы собираемся приехать в Россию и провести большой крусейд по разным городам. Мы также приветствуем наших зрителей в Израиле, Америке, Европе, Индии, Пакистане, Китае и Африке. Пусть все дышащее прославит Господа Иисуса Христа нашего. Наверняка вы готовы к этому новому 2022 году. Аминь. Если это так, то прославляйте Господа. Ну что ж, ладно, давайте поговорим о подготовке к Новому году. Присаживайтесь, пожалуйста. Сегодня мы будем не просто прыгать и радоваться, это будет больше, чем просто «Аллилуйя». Мы будем говорить о том, как подготовиться к тому урожаю, который Бог подготовил для нас на следующий год. Да, у Бога много обещаний, но они не будут просто сыпаться вам на голову. Аминь. Нам нужно иметь мудрость и понимание. Нам нужно уважать законы и принципы, которые управляют этим миром и Божьим царством. Поэтому откроем Бытие, 26 глава, с 12 по 25 стих. «И сеял Исаак в земле той», точнее, с 12 по 14, конечно же. «Та земля была землей второго голода, землей, где предсказывали четвертую волну. Сейчас самое время сказать аминь. О, да, или ну что вы там вообще говорите? Сейчас самое подходящее время. Мне больше нечего добавить. Каждый год это идеальное время, потому что мы не хвост, а голова. Что бы ни замышляли, сделайте, пожалуйста, потише пианино. Так вот, что бы ни замышляли силы этого мира, мы не утратим наш боевой дух и не будем напуганы тем, что происходит в этом мире. Мы в мире, но мы не от мира. А это означает, что мы призваны жить выше всего этого и проходить долину, а не разбивать в ней лагерь. Я выбираю верить Слову Божьему больше, чем тому, что говорят люди. Удивительно, что это обнаружили не во время выборов, а через несколько дней после выборов. Давайте называть вещи своими именами.
Меня не волнует, если это сделает меня непопулярным среди некоторых политиков. Итак, и получил в тот год ячменя во 100 крат. Вы только подумайте, если в ЮАР постоянно появляются все новые нюансы, то это означает, что наша страна очень важная, и у Бога есть для нее великие планы. А это вызывает у мировых правителей беспокойство. Мы избранные. В нашей церкви сотни докторов, и не все вы согласитесь со мною. Но вы имеете на это право. Делайте то, что вы должны делать. И стал великим человек сей и возвеличивался больше и больше. До того, что стал весьма великим. Бог благословил его. Бог наделил его силой для процветания и успеха посреди второго голода, посреди четвертой волны. Что бы ни решил сегодня Государственный совет, обстоятельства никак не влияют и не меняют Божий план. Может быть, задержка или промедление. Но даже если задержка, мы не должны отступать. Потому что Бог уже запланировал ваше великое возвращение в 2022 году во имя Иисуса. Итак, мы хотим нарушить голод прямо посреди голода. Мы хотим нарушить голод во всех сферах нашей жизни — духовной, душевной, эмоциональной, финансовой и в отношениях. Божий план для вашей жизни — это не нехватка и не недостаток. Никакого недостатка. Никакого недостатка счастья, радости, мира, ресурсов и друзей. Никакого недостатка в довольстве. Божий план для вас — это избыток в каждой сфере вашей жизни. Вам нужно понимать, что сатана хочет нарушить этот план. Вам нужно понимать, что этот мир все еще контролируется Богом этого мира, сатаной. Во втором послании к Коринфянам, 4 главе, 4 стихе, и в послании к Ефесянам, 2 главе, 2 стихе, он назван князем, господствующим в воздухе. Итак, эта мировая система по-прежнему принадлежит дьяволу и правителям, которые покорились ему и замышляют свои злые планы. Но все это не может остановить то, что Бог запланировал для каждого из вас лично, о вашем браке, о вашем бизнесе и в вашем будущем. Скажите «Аминь». Вы можете и должны прославить нашего Господа Иисуса Христа, ведь 22-й год — это год множества прорывов, и все они будут происходить так, как задумал Бог, а не так, как хочется вам. Прославляйте Бога! Хочу сказать, что я не против чудес. Я молился за многих людей, и они получили чудеса. Но мы должны жить не чудесами, а верой. Мы ходим верой. Мы угождаем Богу верой. Когда нам нужны чудеса? В день злой, когда сатана атакует вас, ваш брак, ваши эмоции, ваши финансы. В Библии иногда говорится «и случилось так». Это не означает, что вы сделали что-то не так. Это случилось не потому, что вы не посеяли нужное семя. Иногда злой день просто случается. И тогда вам нужно доверять тому, что Бог выведет вас. Чудо — это Божья палочка-выручалочка. Когда с естественной точки зрения вы уже ничего не можете сделать. Когда доктора не могут вам помочь. Когда вам не может помочь никто, кроме Бога, а Он может сделать несравненно больше всего, о чем мы просим или помышляем. Если вы верите в это, то прославьте Господа. Однако жизнь нужно строить на законе сеяния и жатвы. Послание к Галатам, 6 глава, 7 стих. «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то он и пожнет». А в переводе Филлипса сказано, что жизнь и урожай человека полностью зависят от того, какое семя он сеет. Итак, чудеса — это для тех случаев, когда не осталось другого выхода, или когда вы столкнулись с неожиданной атакой, как это было в жизни Иосафата или Давида. Это просто случилось, как это было с Лазарем. Так случилось.
Он умер, и нужно было чудо. Кому-то из вас тоже нужно чудо. Когда я говорю о законе сеяния и жатвы, я не планирую разрушить вашу веру. Я хочу укрепить ее и дать вам понять, что вы не можете жить от чуда к чуду, бегать от пророка к пророку. Аминь. Вам нужно понять, как вы живете. И вам нужно понять, что ваши мысли, слова, поступки и привычки сегодня определяют вашу будущую судьбу. А вы должны это понять. Книга Исаии, 4 глава, 6 стих. «Народ мой гибнет от недостатка знания, не от недостатка чудес, а от недостатка знания. Народ мой гибнет не от недостатка помазания». В Африке много помазанных людей, но они бедные. Много прекрасных пасторов с большими церквями, но у них нет денег, чтобы сделать что-то для Бога. И каждую неделю люди приходят в ожидании чудес. Вам нужно нечто большее, чем чудо. Вам нужно понимать Слово Божие, жить в соответствии со Словом и применять это Слово. Послушайте, будут моменты, когда Бог будет суверенно благословлять вас и давать вам приумножение, а лишь потому, что Он Бог, и Он хочет продемонстрировать свою благость в вашей жизни. Это Его выбор, и вы не имеете к этому никакого отношения. Конечно же, Он все так же наблюдает за вашими поступками, вашей верностью и вашими молитвами, и за семенем, которое вы сеете. Как вы знаете, мы постоянно что-то сеем, хорошие и плохие семена. Даже то, что вы сидите здесь сегодня, является результатом действия закона сеяния и жатвы. Вы пришли сюда не случайно. Даже если ваши родители вас не планировали, сработал этот закон, и вот вы здесь. Аминь. Каждый год мы видим этот закон в природе. Все вокруг управляется законом сеяния и жатвы. Так грустно наблюдать за тем, что сейчас происходит в Блумфонтейне, в городе, который я так люблю. За последние 5 лет этот город пришел в невероятный упадок. А все потому, что никто ничего не делает. Люди не прикладывают никаких усилий. Они не стараются. А Библия говорит, что руки усердного разбогатеют. А еще Библия говорит, что превосходный в деле своем предстанет перед царями. Все это закон сеяния и жатвы. Упадок — это тоже результат сеяния и жатвы. Пренебрежение — это семя, которое вы сеете. Равнодушие — это семя. Лень — это тоже семя. Немного посплю, немного подремлю, посижу, сложа руки. Так на вас придет бедность. Вы сеете лень, спите до 10 утра, ноете, жалуетесь. Лучше следите за своими словами, особенно после того, как Государственный совет примет свое решение. Библия говорит, гневаясь, не согрешайте. Поэтому если они закроют пляжи, просто молчите ради своего же блага. Давайте. Улыбнитесь мне. Алло? Вы же понимаете, что COVID прячется где-то там в песке. Итак, когда Бог совершает чудеса, то Он хочет показать свою благость. Однако мы живем не чудесами. Мы живем по закону сеяния и жатвы. Мы живем верой. Мы ходим верой. Мы угождаем Богу верой. Вера без дел мертва. Как же мы можем высвободить веру, применяя этот закон от Бога? Об этом сказано в Бытии 8 главе, 22 стихе. Сегодня утром я хотел поговорить о других вещах, о том, как мы войдем в 22-й год. Но я чувствую, что Дух Святой побуждает меня остаться в этой теме. Если вы это не поймете, если это не станет величайшим откровением, по которому вы живете, то, к сожалению, в какой-то момент вашей жизни вы столкнетесь с неожиданным урожаем. Это может быть урожай в вашем браке, в ваших детях, в ваших эмоциях, на работе, в карьере. У вас внезапно может закончиться что-то, потому что вы не уважали закон, который управляет миром, как гравитация. На каждое действие есть ответная реакция. Так сказал Исаак Ньютон. Также есть закон, который гласит, что посеешь, то и пожнешь. Что бы вы ни посеяли. Все, что угодно, да вообще все, что угодно, что бы вы ни посеяли, что бы вы ни подумали, что бы вы ни сказали,
Библия говорит, сеющий в плоть свою, от плоти пожнет тление, а сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную. Вы сеете постоянно, и вы сеете либо в свой дух, либо в свою плоть. Вы сеете либо позитивные мысли, либо негативные. Вы сеете действия, которые сделают вас сильнее или слабее. Вы постоянно сеете семена. И вы должны уважать этот закон, понимать его и заставить его работать на вас. Люди отправляют шаттлы в космос, а потом используют закон земного притяжения, чтобы вернуть эти шаттлы домой. Они используют гравитацию, чтобы посадить самолет. Но они используют закон реактивной тяги против гравитации, чтобы запустить самолет в воздух. Поэтому вы не можете жить так, будто бы не знаете этого, потому что вы поплатитесь за это. Вы не можете сказать, что вы не согласны с этим законом, иначе вы будете похожи на моего друга детства, который думал, что он Супермен и может лететь. Он жил недалеко от школы в Блумфонтейне. Он привязал к себе простыню и думал, что она сработает как парашют при падении со здания. У него не было диплома авиатора, он просто решил, что это хорошая идея. Он прыгнул. Его парашют так и не открылся, и он упал на землю, сломав обе ноги, а все потому, что он не понимал закон земного притяжения. Все, что поднимается вверх, должно упасть вниз. Также все, что вы сеете, вернется к вам. То, что вы сеете, возвращается к вам. То, что вы делаете другим людям, другие люди сделают вам. Если вы клеветник, то люди будут клеветать и о вас. Если вы всех осуждаете, то вы пожнете осуждение, или же вы будете осуждать самого себя и потеряете радость в жизни. Поэтому давайте поговорим о сеянии посреди голода. Последнее, что хочется делать людям посреди голода, это сеять. Я имею в виду хорошие семена. Когда у вас в отношениях трудности, вам не хочется говорить правильные слова, а вы хотите говорить то, что чувствуете. Когда у вас трудности в бизнесе, то последнее, что вам хочется делать, это отдавать десятину в церковь, и вы даже оправдываете себя. Или, к примеру, вы слишком устали, чтобы идти в спортзал. Прошло 3 месяца, а вы все еще слишком устали. Да еще и вирус добавился, ну да ладно. Итак, 3 книга Царств, 17 глава, 8 стих. Послушайте. «И было к нему слово Господне, встань и пойди в Сарепту Сидонскую, и оставайся там. Я повелел там женщине-вдове кормить тебя». И встал он, и пошел в Сарепту, и когда пришел к воротам города, вот там женщина-вдова собирает дрова. Она собирала дрова, а не была в дрова. Ясно? И подозвал он ее и сказал, «Дай мне немного воды в сосуде напиться». И пошла она, чтобы взять. А он закричал ей вслед и сказал, «Возьми для меня и кусок хлеба в руки свои». Она сказала, «Жив Господь, Бог твой, у меня ничего нет». Почему, когда речь заходит о сеянии и жатве, люди всегда говорят, «У меня ничего нет». «У меня ничего нет». И речь не только о деньгах, а даже о приятных словах для человека, которому вам не хочется говорить ничего приятного. Это значит любить того, кто не заслуживает вашей любви. Это значит, что вы удерживаете семя, которое изменит ситуацию. Ситуацию на вашей работе, ситуацию в ваших финансах и даже ситуацию в ваших мозгах. Аминь. Я понимаю, что вы идете к психологу, чтобы поговорить о своих проблемах, но поговорите о проблеме один только раз, а потом начинаете говорить о ее решении. После этого все ваши разговоры должны быть о решении. Вы не можете возвращаться к этой проблеме снова и снова. Если вы через 5 лет говорите об этой проблеме, то вы приносите свое прошлое в свое будущее. Вам нужно говорить о будущем, потому что жизнь и смерть во власти языка. Конечно же, если у вас есть нерешенные вопросы, то решите их, а потом двигайтесь дальше. Я сказал, двигайтесь дальше, бегите в 2022 год вместе с Богом. Не возвращайтесь назад, не прокручивайте это в своей голове, не проклинайте и не рассказывайте об этом всем подряд. Так вы готовитесь к падению в будущем. Измените свои разговоры. Измените свои отношения.
измените свои ожидания. Говорите о будущем, а не о прошлом. Некоторые люди живут с мышлением жертвы и постоянно говорят о прошлом. Я согласен, что апартеид — это худшее, что случилось с Южной Африкой. Расизм, рабство — это ужасно. Я не хочу говорить «но», потому что это может умалить значение этой трагедии. Мы должны говорить: да, то, что было когда-то, это ужасно. Но сейчас я буду заниматься своей жизнью. Я буду строить свое будущее. Я не буду участвовать в тех разговорах, где мне хочется обвинить кого-то из прошлого в моих нынешних проблемах. Я понимаю, что сейчас жизнь у вас не сахар, но вы не можете винить тех, кто был у власти 30 лет назад. Я знаю, что вам не нравится слышать это. Если трубу прорвало, то ее нужно было отремонтировать вчера, а не 30 лет назад. Если у людей нет в кране воды, и при этом на коррупцию уходит по 300 миллионов, то не нужно искать проблему в каком-то другом месте. Посмотрите, сколько денег уходит из этой страны. Посмотрите. Поэтому не нужно думать, что у нас проблемы из-за того, что случилось 30 лет назад. Да, в стране нужно навести порядок. Да, нам нужны перемены в сфере финансов и во многих других сферах. Да, многие люди находятся в плачевном состоянии, но пока люди наверху играют в игры, дают взятки, перекручивают правду и закрывают глаза на многое, вам нужно взять свою жизнь в свои руки и перестать ждать, когда кто-то придет и спасет вас. Потому что 2000 лет назад Бог уже послал нам Спасителя и Избавителя. Он дал вам Духа Святого, чтобы вы могли процветать во время второго голода, во время четвертой или пятой волны. Какой бы ни была пигментация вашей кожи, темной или светлой, Бог обещает вам будущее. Не говорите мне, что я слишком белый для доктора, потому что это только подстегнет меня. Я не собираюсь бежать из Африки, поджав хвост, чтобы реализовать себя где-то в Новой Зеландии, потому что кто-то сказал, что я не могу сделать этого здесь. Если вы уже поджали хвост, то вам лучше бежать, потому что так у вас точно ничего не получится. Чем сильнее сопротивление, тем решительнее вы должны становиться. Чем больше люди говорят, что у вас это не получится, тем больше говорите: «Я сделаю это». Чем больше люди пытаются украсть вашу мечту, тем решительнее вы должны быть в стремлении за своей мечтой. Если Бог за вас, то кто может быть против? Неважно, что решит парламент, что решит компания или что скажут люди. Люди могут сказать: «Это не для женщин». А вы будьте первой женщиной, которая займется этим. Станьте первой женщиной судьей высокого уровня. Станьте первой женщиной верховным судьей в ЮАР. Если Бог решил, что вы будете как Есфирь, то так и будет. Главное — избавьтесь от мышления жертвы. Перестаньте думать и говорить о прошлом. Возьмите себя в руки и вылезайте из ямы. Продолжайте идти дальше, нацепите улыбку во имя Иисуса и демонстрируйте хорошие отношения и ожидание того, что с вами произойдет что-то хорошее. Если бы я слушал всех вокруг, то я ничего бы не добился. Если вы верите в процветание, тогда прославьте Господа во имя Иисуса Христа. Аллилуйя! Громче! Мне говорили: «Ты слишком молод». Я отвечал: «Ага». Мне говорили, что многонациональная церковь не может выстоять в Лейдебране. Я начал там церковь для разных рас в 98-м году. В то время на въезде в Лейдебран было написано: «Добро пожаловать в землю Африканс». А Бог сказал мне: «Это земля для всех людей.
Вы сидите в зале и смотрите на экраны, для вас это привычное дело, но мы были первыми, кто сделал это в Южной Африке. Целиком учился этому у нашей церкви. Да, я могу немного похвастаться, потому что это правда. 15 лет назад не было оптоволокна, даже не было слов, чтобы описать то, что мы сделали. Но мы сделали это, и мы были первыми в ЮАР, кто сделал это. А все пасторы, с которыми я говорил тогда, важные люди, не буду называть их имен. Еще в 94-м году Бог сказал мне, что я построю церковь через технологии. Я сидел на собрании, где крутили старые видеокассеты, а Бог сказал мне, «Однажды ты построишь мою церковь вот так». И 15 лет назад Бог сказал мне начать. Время было подходящее, я говорил об этом со всеми, а они отвечали мне, «Нет, это никогда не сработает. Никакой разумный человек не будет сидеть в зале и смотреть на экран». А теперь все они делают это. Если мне говорили, что я что-то не смогу сделать, то сейчас я делаю это. Слава Богу, что я не прислушивался к советам людей. Я знал, что сказал Бог, и держался за это. Был один человек, который сказал мне честно и открыто, «Если ты будешь в это верить, то у тебя это сработает». А вот как работает вера. Сейчас все говорят об одной церкви в разных местах. А когда-то это был только я и еще один человек, и мне также говорили, что не получится открыть многорассовую церковь в Блумфонтейне. Но мы это сделали. Это было время апартеида. Пришло всего несколько темнокожих. Они приехали на маршрутках, а белые снобы увидели их и ушли. Мне говорили, что из этого ничего не выйдет. Кто сказал вам, что у вас не получится? Кто сказал вам, что нужно плыть по течению? Кто сказал, что вам нужно верить в то, что другие говорят о вашем будущем? Ваше будущее в ваших руках, поэтому начните делать правильные вещи уже сегодня, чтобы завтра пожать урожай. Переставайте ныть и жаловаться, а ищите правильное семя, чтобы посеять его в ваше будущее. Вы знаете, что наше служение очень благословенно. Но мы утверждались в этом много-много лет. Мы начали еще в 98-м. Никто не мог убедить меня, что расизм — это не грех. Я открыл двери церкви для всех еще в 98-м году. Пришли люди из разных слоев общества, и многие говорили самые разные нехорошие слова. Я все еще пытаюсь понять, что же это значит. Если вы не можете найти общий язык здесь, то я сомневаюсь, что у вас это получится где-то там. «Люби ближнего, как самого себя». Ваш ближний — это представитель другого народа и другого цвета. Перестаньте говорить «мы» и «они». Так вы сеете неправильное семя. Перестаньте общаться с теми, кто ненавидит белых. Когда-то я был уличным проповедником, с этого я и начинал. Если вокруг собирались люди, я просто запрыгивал на какой-нибудь ящик. Я делал это, потому что я по призванию евангелист. Я становился между двумя торговыми центрами и говорил «Спасибо, что вы пришли сегодня сюда». Я хочу вам кое-что сказать, и люди сразу же оборачивались. Я проповедовал Евангелие и призывал к покаянию. А вот как я создал эту церковь. Я говорил. Я проповедовал на улице. Каждую пятницу и каждую субботу. Я проповедовал потерянному миру. Я не потерял этот запал. И по сей день я свидетельствую людям в спортзале. Поэтому я не сделал спортзал у себя дома. Я хожу в зал по одной причине — достигать людей, потому что без Иисуса Христа люди потеряны. Надеюсь, вы это понимаете. То, что мы делаем сегодня, определяет будущее не только наше, но и других людей на всей планете. Мы сегодня живем в урожае того, что националисты сделали много лет назад. Я знаю, что некоторым из вас не нравятся мои слова, это так. Я никого не осуждаю, я констатирую факты. Размеры коррупции сегодня достигают 6-7 триллионов рэнд. Это означает 7 миллиардов. Вы представляете, сколько это денег? Я спрашиваю не для того, чтобы
оскорбить кого-то, я хочу сказать, что это могло бы дать работу как минимум 5 миллионам человек. Но все эти деньги мы потеряли из-за коррупции. Люди говорят, что я не могу говорить о коррупции, потому что я белый. А вот что я вам скажу. Давайте-ка вернемся лучше к нашей теме, потому что время уже на исходе. Время вообще летит очень быстро, и ничего страшного, если я вас немного задержу, ведь вы всю неделю слушали какую-то там ерунду. Она сказала: «Жив Господь, Бог твой, у меня ничего нет. Нет печеного, а только есть горсть муки в катке и немного масла в кувшине. И вот я наберу полена 2 дров». «И пойду и приготовлю это для себя и для сына моего. Съедим это и умрем». И сказал ей Илья: «Не бойся, не бойся. Страх — это враг веры. Вера действует любовью. И когда вы в любви Божией, то демонстрируете веру. А когда приходит страх, он ворует вашу веру, потому что вы сомневаетесь в том, что Бог любит вас, в Его слове и обещаниях». Верно? И сказал ей Илья: «Не бойся, пойди, сделай, что ты сказал им, но прежде из этого сделай небольшой опреснок для меня и принеси мне». Как это эгоистично! Эта женщина вот-вот умрет, а служитель ищет ее не для того, чтобы помочь ей или благословить ее. Что-то не так с этой картиной. Пророк приходит к ней и говорит: «Я знаю, что у тебя почти ничего нет, но сначала дай мне». Наш разум говорит: «Это неправильно. Нужно дать этой женщине». Мы раздали 100 000 продуктовых пакетов. На это ушло очень много денег. И знаете что? Большинству из этих людей нужен еще один продуктовый пакет. Большинство из них ожидает еще один продуктовый пакет. В этом нет ничего плохого, но пока мы не научим их, как это изменить, они постоянно будут ждать подачек. Вам не нужна подачка, вам нужна возможность, вам нужна работа, вам нужно заняться делом. Если я буду просто кормить вас, то мне придется кормить вас до конца ваших дней. Я не против кормить голодных, но я должен также учить их, как жить, по другим принципам, по принципам Царства Божьего. А это значит, что я должен научить вас рыбачить, а также научить вас закону сеяния и жатвы. Если вы не сеете семя, то у вас никогда не будет постоянного урожая. Так было и в случае с этим пророком. Бог послал его к той вдове не только для того, чтобы вдова кормила его, но чтобы он изменил среду в ее жизни. В какой среде она жила? Разочарование, печали, стресс, депрессия. «Мы поедим и умрем. Это конец. Я потеряла все». Пророк говорит ей: «Дай сначала мне». Что он пытается сделать? Он пытается подключить ее к закону, который управляет всем на этой земле, к закону сеяния и жатвы. В Бытии 8 главе 22 стихе сказано: «Впредь во все дни земли сеяния и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся. И как бы сильно мы не были против, зима все равно придет. Несмотря на то, что нам не нравится холод, зима все равно придет. Затем будет весна, потом лето, осень, а потом снова зима. И так снова и снова. Мы молимся о том, чтобы закончились все предсказания об очередной волне всяких вирусов, потому что это уже не имеет никакого смысла. Не делай вид, что вы в шоке». Перестаньте играть в эту игру. Она портит людям жизнь. Итак, что же делает пророк? Она в нужде, а он просит ее восполнить его нужду.
Бог ведь мог найти кого-то другого, чтобы восполнить его нужду. Но Он послал его к этой женщине, чтобы восполнить ее нужду, потому что единственный путь для ее прорыва — это понять. Мы говорим о постоянном прорыве, а не об одноразовом чуде, не так ли? Сегодня Бог выручил вас, а на завтра вы снова в той же ситуации. Я постоянно встречаю таких людей. Как-то я молился за парня, который просидел в инвалидном кресле 34 года. Бог исцелил его. Конечно, ему нужно было время, чтобы научиться заново ходить. Когда человек молится за парализованного, а потом просит его бежать, это бессмыслица, потому что у этого человека нет мышц. Когда Бог исцеляет, нужно время на реабилитацию. Человек не может сразу иметь сильные ноги, если он просидел в кресле хотя бы 3 года. Это чудо веры. Когда люди в таком состоянии исцеляются, они не могут ходить, они теряют равновесие. Им нужно помогать, исполнить это чудо, а не подделать его. Ладно, не буду этого говорить. Некоторые пасторы на собраниях говорят: «Мы молились, и 500 слепых начали видеть». И все такие: «О, хорошо, как! Аллилуйя!» Вопрос: когда людям меньше всего хочется сеять? Посреди голода. А когда существенно важно сеять? Посреди голода. Худшее, что вы можете сделать посреди голода, это перестать сеять. Я говорю не только о деньгах, но и о вашем браке, о ваших эмоциях, вашем разуме, рабочей этике. На работе стало тяжело, и вы стали пропускать работу. Вы стали отвлекаться и потеряли рабочий настрой. Настрой очень важен. Настрой — это то, что удалось украсть ковиду. Настрой у церкви, у бизнеса. Настрой — это ваш друг, но многие люди не понимают этого. Дорогие зрители, мы любим вас. Нам пора прощаться. Я хочу сказать, что Иисус очень любит вас. 2000 лет назад Он умер за вас, потому что очень сильно любит вас. Я понимаю, что вы переживаете непростые времена. Я знаю, что не всегда понимаю, что именно проходят некоторые люди, но вы должны знать, что у вас есть друг, который ближе брата. Бог, Он любит вас. Положите свою жизнь в Его руки. Доверьте Богу свое будущее. Найдите хорошую церковь. Вернитесь к Богу. Мы молимся за вас и верим, что 2022 год будет для вас прекрасным годом. Будьте благословенны.